Верхом на тигре по России. В предыдущей серии мы легко пролетели 153 километра от Ангудая до Акташа по живописнейшему участку Чуйского тракта. И теперь наш курс на Катуйрык. Это ровно 100 километров по грунтовке, поэтому смело включаем вторую часть трека «The Road to Hell». По дороге на Катуйрык мы встречаем крупные села Улаган и Балык-Туюль. К удовольствию аборигенов записываюсь в число фанатов поселка Балык-Туюль. Это перевал Катуйрык. Путь к нему был непрост. 100 километров грунтовки. Отсюда, кстати, уже километров 30 до Телецкого озера. Но мы туда не поедем, я еще не был на Актру. Вот такой он, перевал Катуйрык. Дойти до него из Чуйской долины непросто. От Чуйского тракта 100 километров надо приспособиться к грунтовой дороге. А вот ходят на него для того, чтобы спуститься потом в долину реки Чулышман. Река Чулышман впадает в Телецкое озеро, в основном его питает. Поэтому вдоль этой реки и идут те, кто хочет попасть на юг Телецкого озера. Этой дороги, проложенной взрывным способом,
всего 15 лет. До этого это была конская тропа. И чтобы отсюда попасть на север Телецкого, сейчас топором можно дойти. А тогда нужен был крюк в 1000 километров. В долину Челышмана спускаться буду завтра. Вот по этому серпантину, он у меня за спиной. Сверху на гугле он выглядит вот так. Я бы здесь поставил знак: мотоциклистам съезд запрещен. У меня уже мурашки. Ну ладно, вот завтра и посмотрим, кто победит. Смотрите продолжение, друзья, и подписывайтесь. До встречи на каналах в Ютубе и Инстаграме.